Commander, can you unplug me? Just for a minute, I need some privacy. Headset off and stretch your neck out. Down the rocks to her head's safe house. Commander, can you unplug me? Commander, can you unplug me? Just for a minute, I need some privacy. Headset off and stretch her neck out. Down the rocks to her head's safe house. Yeah, I remember it all. Всем здорово. За рестримом у меня не пашут на другие каналы, так что сейчас стрим только ВКонтакте идет. Сегодня играет Mako Shadow против Гектора. У меня наебнулись наушники, так что сейчас я базарю через микрофон со своего ноутбука, так что могут быть типа эхо там, что такое. Если что, я убавлю звук в эмуляторе, допустим, чтобы эхо было поменьше. Где металлист, который в чате постоянно пишет? Ей-ей-ей-ей-ей-ей. Что, без металлиста сегодня, да?
Ладно, короче, я сейчас демки закидываю. Сейчас я тут немного подготовлюсь. Так, что у меня за херня черная тут на экране? Настолько так у меня определилась сторона. Ладно, погнали, короче. Стрим вообще идет, надеюсь. Да, стрим идет норм. Нету мага там. Типа наебнулся провайдер, поэтому я дал ему время, чтобы он сейчас доиграл. Ну как раз вот 2 недели будет, перед плей-оффом 2 недели осталось, вот, типа как раз вот доиграет он, надеюсь. Так, погнали. Первый хостит маг. Сейчас запускаю демку. Так, сразу сделаю приоритету, стопию побольше. Тогда без вопросов. Так, Майк против Лео. Норм. Отличное начало, сразу прибыл получает маг 2 раза. Классно на стартапе перебил ракеты. Так, зажимает в углу вектор, отлично наполняет потиху. Шикарно, что-то маг вообще расслабился. Так, по ногам заблокировал мячик, отлично. И хорош, и успел на последней вертушке сделать фаталити, сделал. Так, 2-й раунд. Отлично, опять перебивается. Всем привет, черепашка друг другу панцирь, ну? Да, привет. Так, отлично, ракета им попадает, вторая ракета не прокатывает, но успевает в контратаке уйти вектор. Так, ушатывается маг. Так, наравне почти. 10 секунд и маг последним бросочком выигрывает. Отлично, отлично. Кстати, если вдруг стрим оборвется, то я буду там менять, короче, Wi-Fi, и потом чуть что будет новая трансляция, но оповещения не будет, надо будет смотреть, типа... Ну, я скинул в беседу, что, типа, трансляция новая создалась. Это если вдруг что, типа, там, стрим по пизде пойдет. Так, у мага уже нету полжизни.
Так, два броска, да. Третья. От двух бросков уходит Гектор, но получает пятый все-таки бросок. Блин, не получается у Маков Шадоу отойти. Мага. Блин, не получилось у него, видимо, мячик кинуть, и он сделал ножку тупую. И проебался из-за этого. Так бы он выиграл этот бой. Но ни хрена счет. 1-1 в пользу Гектора. Почти. Кайлыч, а ты любишь мой панцирь? Да. Салют, ты со мной. Привет, Лина. Так, Мак решил, несмотря на то, что Мак проиграл, он взял, первым взял Дона и Хота в ответку. Так, хорош перебрасывает. Отлично, не дает близко подобраться к себе. Так, ну, получает порыло все-таки. Так, на огонь не накупается, не покупается на огонь Мак. Хватит бросить, так, мячик, не получается мячик в воздухе взять, еще один бросок. Так, ему мячик на проволоке, но все равно хода почти жизни нету. Еще один бросок, да, пиздец, что-то. Отлично. Не перебросил, но по лицу дал. Ой, хорош. Да, было классно. Размотал Мак Гектора в первом раунде. Гитраша на самом деле неплохо действовал. В начале захода. Но это не помогло ему. Очень плохой. Но мы тут лагов, да, не видим на демке, поэтому не знаем. Так, опять ход разматывается, что-то вообще сейчас... А, не будет, нет, не будет перфекта. Не получается поджарить его, как в прошлом раунде. Так, 15 секунд, вот, классно. Разрулил ситуацию Мак, счет 1-1. Пока ничья. Первым выбирает. Теперь Псин Гектор решил первым взять. Драма. Вот против кейс, интересно. Интрига. Блин, один раз он ёбнул его, ручка ёбнула, ухота вообще жизни не отнялась. Так, кейс наполняется потиху. Но не сдается тоже Гектор. Молодец. Личный антиэр. Личный. Гектор тоже подошел в Москве. Да, я все равно сегодня начал довольно поздно, я думал, Гектор не подойдет. Все бойцы в сборе. Металлиста нету, металлист постоянно здесь. Так, опасно, 5 секунд. Отличный бросок и, да, и по ногам еще напулял, нормально. Гекташи по-царски сыграл за кейса. Играли словно задержка была та же 8. И плыло все. Было адово короче. Ну посмотрим, как это скажется на итоговой. Блин, я думал сейчас шутать. Охренеть. Блин, кейси вырывается через огонь и клюшкой дает по его охоту. Да, ну видимо из лагов кейси там что-то не мог нормально ничего сотворить. Жаль, на фоне шум есть приличный. Да, это ноутбук и вентилятор шумит. Извиняйте, я наушники со злости разгибал, потому что там что-то они начали, короче, звук у них. Микрофон нормально работал, а звук что-то начал вообще дико искажаться, начал там звук. А это мои последние наушники, так что похуй уже. Только что нашел, как выковать комментарии с кровати. Я размотал сейчас Мак Гектора вообще я идеально. Я называю это явление моего унита, скорее всего, плавающей задержкой.
Да главное, что смотреть можно терпимо в общем. Я могу попробовать погромче эмулятор сделать. Не знаю, давайте для теста сделаю, если будет хуёво, то скажите. Я немного поднял громкость эмулятора, посмотрим, если будет хуёво, то я обратно поменьше сделаю. Итак, счет пока 2-1 в пользу мага. Дальнейшему подавлению, но тоже типа как бы оно. Он там съедает некоторые слова, которые я буду говорить, особенно в начале и в конце. В начале, точнее, особенно. И к тому же, уже все равно, когда я буду говорить, будет шум в любом случае. Ну как бы некоторые слова будут обрываться, то есть, ну там тоже так себе, то есть. Типа. То есть, когда я не говорю, то шума не будет. Когда я начинаю говорить, то сразу шум опять появляется. Так что тут как бы нет толкового. Не пешком, тут другое. Ну тут единственная такая, я через OBS стримлю, тут только есть такая единственная настройка, типа. Ну это, грубо говоря, чувствительность моего микрофона, типа. Но другого тут нету. Ашли. Что это против Рафа, интересно. Рафик нам тогда. Есть шанс. Так, два антьера отличных было сейчас, а вот третий не получается. И сейчас что будет? Блин, что-то не... даже контратаки не было от Гектора. И сейчас что-то... А, ну видимо лаги, да. Видимо лагает, и у Гектора не получается контратаковать мясо. Гектор в чате пишет пиздец, маг вопрос ставит, Гектор пишет и нет. Тут пиздец как поплыли. Виктор пишет, часик может просрется. Не знаю, что вы сервак другой не нашли там, допустим. Вообще, из-за кого лагало? Наверное, из-за мага, наверное, да? Скорее всего. Да и надо меня давно. И маг лагающий. У нас с магом то же самое было, в прошлом турнире. Такие же маги, из-за этого и страж пошел. Сейчас 10 секунд. Так, у Рафа пока проблематичная, но он успевает эту вертушку делать и бросок тебя, пиздец, уже не вытащить. Да, Шредер на половине жизни. На половине жизни выиграл. Почти. Решает подбирать и сожрать его, но напаривать его мясо второй раз. О, хороший антиер прошел сейчас, как-то на шару. Это наш мясной король. Мясо делает. Так, еще одно мясо и получается успешное. Видимо, Вачесна хотел перебросить, но у него мясо сработало, и поэтому он пизды получает сейчас. Так, по ногам отлично. О, их. И наполняет вертушкой. Настройка, звук, запись, свойства, улучшение, подавление шума. Гектор мог бы спокойно на мясо разводить, но увы лаги были. У меня нет такой функции, ну если ты через который Windows программа, там нет такой функции. Так, третий раунд решающий. Сделал ручку, конечно, и толком ничего не получилось, его только это наполнили лишний раз. О, это классно было сейчас. Отлично, двойная жрачка. Так, пытается не ксапить. В принципе, получается. Так, 10 секунд остается, на мясо главное не напороться. Блин, мясо напоролся, да, хуёво. Опасно. О, я не успеваю сожрать. Сейчас маг, видимо, хотел его перебросить. Но и Гектор успел. Маг пишет фак в чате. Счёт 2-2. Ну, допустим, захожу на настройки записывающее устройство. Микрофон. Свойства.
прослушать уровни, усиление дополнительное. Не, у меня нет функции подавления шума. Да, я тоже думаю, что это микро. Ну, Ямка. Так, если пока держится против Шредера. Отлично, бросочек. Так, отлично. Ветер удерживает ветер. Так, если выиграет. О, почти мог напороться. Так, и бросок через мясо, да? Осталось через блок пробить один раз. Нету жизни, нету, блин. Даже не знаю, как он тут будет побеждать. Блин, молодец, маг, конечно. Ну, можно было выиграть, но, конечно, маг за 10 сейчас нормально сыграл. Ну и может у них там лагало еще параллельно, мы же не знаем, типа. Короче, может они как бы нормально играли, а тут просто не везет из-за лага. Так, что-то Шреддер как-то не особо агрессирует. Надо наполнять. Так, успевает Кейси перебросить. Успевает. Еще один бросок. Да, попадается на волну. Так, опасно. Бросок, осталось 10 секунд. Еще раз что-нибудь сделать. Кейси, ждай его. Хорош. Вектор 2 занапылял ножками. Антиэр и еще и в прыжке. Вообще шикарно. То есть не, он подождал первый раз. Надя авский бой. Лаги с волнением мешаются. Что это за звука была, вот скажи. Так, третий решающий раунд. Попадается на мясо. Кейси уже нету полжизни. И сейчас ему пиздец будет. Последний бросок, и это перфект, да. Тащит Гектор Шреддером. Разнес просто Кейси в банал. Счет 2-3 в пользу Гектора. Гектору надо срочно заканчивать этот бой, чтобы он не длился. Магу надо тащить. Но у мага еще там, в принципе, хватает персов. Нормальных. Мы здесь, где букмекерская контора. Пора ставить карту на детство. Так, ответный бой Майк против Лева, как в первом же матче. Я, кстати, забыл, кто выиграл в первом матче. Почему силы разные поставлены? Это для турнира сделано, у нас, типа, ну, в турнирных там, ну, типа, персы сбалансированы между собой. То есть когда-то там давно, несколько лет назад, типа, игроки решили, что вот, типа, вот этот баланс сил, типа, идеальный, чтобы типа, все персонажи были более-менее равны. 3 секунды, решающие что-нибудь, да, успевает маг через блок. У каждого перса определенное количество жизни. Жизнь была одинакова, но маг через блок успевает чуть-чуть размять Гектора и вытаскивает. И получается, видимо, пытается бросить Гектор, но у него вместо этого не вовремя делает, короче. Кулак не вовремя делает и получается залупа. Пиздец, размот, ну, за 18 секунд размотал маг, счет 3-3, охренеть. Сейчас решающий бой будет, братки. Не вовремя делаю. Не срабатывает бег. Маг играл агрессивно. Не, ну там, где бег срабатывал, он тут просто, видимо, жал там не в то время и... Ну, он у тебя разгонялся же и локоть делал после бега. Просто не вовремя нажимал. Попадается на сверло Гектор. Кто сейчас выиграет, блин, опасно. Ну, мага раф, поэтому я бы на рафа поставил. Пиздец, что-то вообще разносит.
Подарочная пила. Ушатывает Раф. Так, Гектор пытается отыгрываться, но что-то времени вообще ни хера нету. Мячик проскакивает. Хуёво, 10 секунд, жрачка, всё, пизда. Посмотрим, может сейчас Гектор отыграется, хрен знает. Мак пытается ловить его на сверло, то есть он ждет, пока Гектор прыгает, а потом ловит его, да. Опять ушатывается, блин, отлично сейчас Гектор. Закомбэчил, пытается комбэчить. Так, по ногам попадает. Блин, надо было ножку выставлять. Отлично, бросок получается, бросок. Так, остается 10 секунд, и Мак уже наполняется просто вообще в анал. И хорош, и завершающая пила вообще идеально. Да, я в прошлом раунде выбивание. Пинг, не знаю, где-то около 50, наверное, у обоих, я думаю. У них были лаги, так что, типа, так что у них ситуация еще хуже. Так, пила за спину, норм. Так, уже Гектор уже пытается с усилием не прыгать, потому что Раф его ловит на этой хуйне всей сверлами. Блин, жрачка не получается. Блин, решающий раунд, пиздец. Блин, зажирается Гектор. А не получается мячик бросить, и еще третья жрачка уже. Пиздец, 9 секунд остается. Надо миксапить срочно. Ушатывается, блин, и не получается, ну он бы не успел бросить его. Хотя, в принципе, можно было разогнаться и ебнуть его по лицу, тогда бы он, наверное, бы выиграл. Но нихера, Мак тащит в этом бою. Да, не побежал. Да, перебросить бы не успел, но если бы разбегу ебнул бы ногой или рукой, то затащил бы, конечно, да. Блин, конечно, мощно, да. Ладно, это был первый матч, сейчас берем второй матч. Дом справедливо проиграл. Так, надо сейчас я укажу, кто тут перехост был. Это жизнь Серега. Сейчас Гектор хост, короче, братки. Им было меня 58, бумага выгнала. У меня 4 кадра, бумага выгнала. А ты мне дом. Видно, не работало ничего. Но повторюсь, конец был говнищен. Я думаю, он бы успел бы, там одна секунда оставалась, по идее. Как раз бы... До победы дома. Я думаю, бы успел. Ну, надо потом посмотреть еще раз. Так, опять матч Лина, то есть этот... Лео против Майка. Так, отлично уходит. Так, уходит коронками. Коронками уходит Гектор от бросков. Но сам, по сути, жизни теряет из-за этого. По ногам попадает. 2 секунды, решаешь что-нибудь. Ай, напаривается на выставленный кулак, жесть. Да, Гектор в первом бою выигрывает. Заебись, убился от стоячей пила. Ну. Так, уходит от бросков, но сам же наполняется, да. Так, будет ли убивание? Нет, не будет убивания. Так, 20 секунд остается, а жизни что-то не особо убавилось у братков. Так, не дает себя бросить Гектор. О, залупа какая-то была. Отлично, перебивает ракеты, блин. Вообще жесть. Так, Лео выигрывает, 5 секунд остается, бросок, все, это выигрыш. Гектор
Да, за Гектором первый бой. Блин, вот ты. Импакт. Блич прикольный. Тема разъёбов. Клинок анстит. Так, ребята там в чате по чату переписываются по лагам. Гектор говорит, да похер. Маг говорит, можно потом. За минечку тупо. И играет Гектор, говорит, да нормально, играем, короче. А все-таки решает братки с лагами доиграть. Тупо, тут будет. Тем удалось качнуть. Сейчас нижнюю повязку добавлю. Нет, тут, кстати, тут на хостайла ничего не зависит. Мы убрали эту херню, чтобы там что-то зависело. Тем более, раньше было преимущество второго игрока. Сейчас мы сделали баланс, типа, чтобы у кого меньше жизни, то и тот и получает преимущество на один кадр. Ты почему ты тоже? Так, ребятки решили взять Серафа. Прикольно перебивается в воздухе ручкой сверло. Так, для темного Рафа играет маг. Надо не перепутать. И получается контратаковать у Гектора из лагов, видимо. Добегает и жрет. Блин, опасно, Гектор сейчас. О, еще и за сверло за спину получает, вообще идеально. Отлично, но ёбка сейчас была от Гектора. Так, у мага, видимо, тоже не срабатывает. И он отбивает. Он отбивает сверло своим сверлом, охренеть. Маг берет первый раунд. Так, в этот раз уже Гектор перебивает. Так, решает Гектор решает блок поставить и созрал. Хорошее решение, да. Так, перебивается теперь сверло от мага. Вот я поэтому так. Так, ребятки наравне идут. Убивается маг об кулаки. Что сейчас будет? Блин, разминка. Да, ой, опять Гектор проворачивает свою же фишку. И тащит второй бой, норм. Да, возможно и допы будут. Посмотрим. Ребятки сверлами друг друга пытаются запугать. Получается в углу зажать Гектора и сам зажимается маг. Так, маг аккуратненько что-то отходит. Отлично была контратака от мага сейчас. Так, сейчас экономить мячик, но, блин, еще одна жрачка. Маг сейчас подсасывает. Здесь кун остается, не получается сожрать у него. Сверло не прокатывает. Ой, я перкот вообще идеально. А ты мне уже 5 мантов проиграл. Я на тебя поставил. Гектор 2-0 тащит. То есть 2-1. Еще 2-0 по боям. Раф слева очень интересно поселить. Сверла правого Рафа ударом рукой. Там, может, допы будут, если сейчас Гектор затащит. Задача 4 боя, то допы братки будут играть. Так, дом-дом против фото, стандартная конфигурация. Длину закрой глаза. Отлично, 2 раза, а 3 раз не получается у него перебить воздуха и получает двойной бросок. Блин, опасно, уже полжизни нету. Третий бросок. 4-го не хватит, но за счет ноги он вытащит 4-м броском, последний вытащит. Не дает себя бросить, уворачивается. Так, наложил на охоту, отлично микса пошел и ушатывается ход, вообще идеально. Отлично.
Так, Мак пошел в книжку и... Опасно, опасно, 5 секунд, бля. Мак вытаскивает еле-еле. Ебаная коллизия. Напаривается на NTR, Гектор напаривается и проебывает. Так, да. Маг бросается, еще один бросок будет, еще один, да. Третий не получается, и Гектор перебрасывает его. Отлично, отлично. Учитель наш не будет. Так, у Дона меньше жизни, в принципе, но можно сейчас отыграться. Не, это будет бросок, да. Пока что не видно ближе. А, Дон прямо по лицу в воздухе кидает. Двойной бросок. И тела завершающая, хорош. Блин, ничья ФК. Классно сейчас пилой. Пилу сделал, да, очень круто. Не дался бросить, и вообще идеально. Так, Мак что-то, Мак не знает, что ему делать толком. Бросок будет, да. Еще один бросок, хорош. Догоняет, не получается у него что-то. Видимо, по ногам хотел. О, как классно его подловил сейчас. И бабочка, блин. О, сейчас Гектор сейчас пизды получает конкретный. 10 секунд остается. Вырисовать детектор. Не, это будет бросок, да, и все, завершение. 1-2. И еще 2-1. Но пока Гектор все еще в плюсе. Там дыры не делались. Сошел. Первый выбирает Мак. Наверное. Мак спрашивает, есть ли у него Дон. Какая лицо говорит в этом матче? Да тут с лагами так ты не скажешь. Вообще думаю, что Мак сильнее должен быть, чем Гектор. Ну, наверное. Как-то типа топы скажут, более правильно скажут. Кто из них сильнее считается? Я думал, что Мак сильнее, чем Гектор. Так, обмен бросками пошел. Подарочная. О, хороший. Не успевает пила завершиться и бросок сразу. Так, бросок будет, да? Еще один бросок будет. Ну пока на равных идет. Еще один бросок. Гектор посасывает его, получается у него сейчас бросить. Опасно 7 секунд остается. Блин, надо было мячик сейчас кидать, видимо не сработал у него мячик сейчас. 2 секунды. Да и отбивается еще и Гектор. Отбивается об ноги мага. Да видно, что лагает, что-то они пытаются что-то делать. Вот, там ничего не получается. Так, не получается у Гектора перебросить. Напаривается на залупу полную. Так, укупашка от мага и перебрасывается. Гектор начинает миксапись уже что-то. Все подряд делает. Еще маг блокирует эту херню мячик. Вот, пипилу делает. Выждал, и, да, и снова за спину получает Гекта. И выигрывает второй бой, отлично, еще 2-2, шикарно. Гектор, не вздумай, говорит что-то по голове. Да, первые два боя были за Гектором, потом за магом. Маг идет. В смысле 1-3, сейчас же выиграл Мак. Это должен быть 2-2, да. Все правильно, 2-2.
Так, не получается огонь сделать у Гектора. Я думал, ты пытаешься наебать Типолина со счетом. Так, Хотор что-то наполняется, Гектор. Потом посасывает конкретно, причем. Бабочка хотя бы прошла, а вторая уже не прошла, и месть от мага. Так, надо один раз хороший удар сделать, да, и все, закончился бой. Гектор тоже не отвечает на этот вопрос. Я как адвокат советую тебе не отвечать на этот вопрос. Так, второй бой пошел. Второй раунд, то есть. Так, Гектор отпугивает огнем мага. Маг успевает переброситься, но и ответный бросок получает сразу. Там кейси уже положения нету, и на огонь напаривается. Ой, опасно. Маг тащит брелок. Так, маг начинает разруливать, но посасывает, и сейчас будет пиздец, да. Отличное завершение. Отличное завершение боя. Бабочкой. Ничего, посмотрим. Где тогда денег займет? Гектор, дай ему денег взаймы, я тебе советую. Как твой адвокат. Так, бабочка прошла. Маг отлично сейчас справляется. Управляется вообще идеально сейчас. Напаривается на огонь. Убегает, но напаривается на, блин, на бросок. Еще на бабочку. Сейчас он может быть ушатывается. Нет, не будет ушатываться. Хватит бросить. Обмен. Так, мало жизни в обоих. Бросок, блин, опасно. А, разводал, помогал. Гектор, охренеть. То есть маг, охренеть. Видимо, Гектор пытался на него набежать, чтобы... Да, видимо, хотел перебросить его и... А он тебе... Он напулял тебе по ногам. Решающий бросок не сделает. Причем у мага, когда он был один плей. О, два шедера. Маг решает закончить эту игру, видимо, в этот раз. Да, Гектор выиграл 2-0, а сейчас посасывает 3-2. Блин, опасно. Если маг затащит, то допов не будет сейчас. Посмотрим, интересно. Блин, братки боятся подходить друг к другу. Так. Ушатывается маг, охренеть. Давай, тащи, Гектор. Отлично, бросок. 5 секунд. На мясо напаривается. Так, мясной король в деле. Сделал одноразовое мясо. И вот и все его мясо, к сожалению. Говно шрот. Так, ну Гектор сейчас по-любому надо выигрывать. Так, опять остаются понты времени. А, бля, напаривается на мячик. Так, разматывать теперь маг. Так, ушатывается. Блин, ты мячик еще не прошел, охренеть. Кто-нибудь чуть-чуть туда может. И давай колдиться. Вот у шедеров, они как бы на расстоянии хорошо ебашат своими волнами. Куля все поплывут к вам. Ну тоже, конечно, опасно. Тут можно, надо тоже аккуратненько все делать, потому что когда одинаково играешь. Так, ну мне хотя бы получается, хотя бы видно, там один раз не сработал Гектор. Блин, Гектор на пол опаривается. И второй раз. Опасно. Так, мясо в воздух обоих. Маг, видимо, пытался его перебросить, но не получилось. Ну, чё это за херня, ребята? Чё вы творите, блин? Все, мой тип пошёл. Да, Гектор в чате пишет...
написал, что... Идёшь на пизду. В пизду, короче, написал. Перестало все работать, и я сдался. Да. Так что так, сорянься. Счет 4-2 в пользу мага. И получается, что маг... В любом случае, отличный матч. Не то давно в каком-то из прошлых турниров, когда от 8 до 0 было. Да, интересно было, конечно. Да жалко с лагами, конечно, так было бы более больше мяса. Ну так тоже, в принципе, нормально. Даже с лагами, если о них не думать, то в целом получилось очень даже интересно. Короче, первый матч маг выигрывает 4-3, второй выигрывает... А, да, тут, наверное, фильтр стоит. Типа... Спасибо, боролся, несмотря на плотность ко мне. Маг тоже хорош. Да, и второй бой маг выигрывает тоже 4-2. Первый 4-3, второй 4-2, и допов нету, маг выигрывает 2-0. Да, ну а норм. Да не за что. Все, короче, спасибо, кто смотрел. Все, давайте. До свидания. Да-да.